Дорогие друзья, нам будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Для нас это очень важно. Прежде чем конкурсант выходит на заветную сцену голоса, зрители коротко знакомятся с непосредством традиционной видеопрезентации. Не обошла данная процедура и 13-летнюю москвичку. Софья рассказала, что любит помогать матери Екатерине по дому и делает это постоянно, так как у нее большая семья. Подтверждение тому – группа поддержки из 8 человек. При этом ни уборка, ни мытье полов, ни готовка, ни приготовление уроков не обходится без пения. Родители даже смеются, что живут как в индийском кино. Также участница вокального шоу упомянула, что ее хобби – это рисование на воде. Эбру. Софья с детства проявляла творческие способности, и взрослые, дабы не зарывать талант в землю, отвели ребенка в музыкальную школу и балетную студию, где она занималась вместе с подругой Дарьей Бурмистровой. Кстати, ни отец, ни мать никакого отношения к искусству не имеют. Мужчина трудится механиком, а женщина – директором рекламного агентства. Затем настал черед Академии популярной музыки Игоря Крутого. Студентка так называют каждого воспитанника и сейчас оттачивает вокальное мастерство под надзором профессионалов и числится солисткой хора. И, конечно же, продолжает выступать на масштабных концертных площадках вроде Кремлевского дворца. Занятия пением и посещение многочисленных международных и российских фестивалей и смотров отнимают много времени и сил. Но Льорец старается не пропускать школу. По ее признанию, любимым предметом является физика, а вот по истории с географией периодически имеются легко отрубаемые хвосты. Инстаграм юная певица ведет осмысленно и грамотно. Помимо личных фотографий и познавательных историй, устраивает ликбез и проводит конкурсы среди подписчиков. Здесь Соня, например, подробно описала домашнего любимца, замечательную истеричку и милейшую собаку Джерси и поведала, что неплохо владеет ударными инструментами. Кажется, что Софья успела побывать, если не на всех, то на большинстве всевозможных вокальных конкурсов. В 2017 году Академия Игоря Крутого и телеканал Муз-ТВ запустили первый сезон «Битвы талантов», что, конечно, не смогла пропустить и Софья. Десятилетняя москвичка тогда без труда пробилась с помощью хита «Улетаю» группы «Ад Студио» в команду «Огня». Там же она удивила собравшихся и членов жюри сольным исполнением «Not About Angel» британской певицы Бёрд и не парой в дуэте с Марией Мировой. В 2018 году, отдыхая в Артеке, девочка также не сидела сложа руки, а умудрилась победить в рамках программы «Добрая воля Артека». Под занавес года она стала лучшей в своей категории на международных фестивалях «Трамплин» и «Золотое сечение» и приняла участие в «Музыке наших сердец», где выступала в тандеме с Зарой. 2019 год выдался чрезвычайно активным для юной артистки. В феврале звание лауреата первой степени досталось Соне на Кубке дружбы в Белоруссии, а через месяц на «Гордости России» и «Я пою», где помог добиться высоких результатов сингл «Там нет меня». В апреле ей вручили гран-при «Мелодии Победы» за виртуозно спетую балладу о матери, а в октябре ту же награду «На городе звезд». Параллельно с этим подросток засветился в бабушкином саду, на детской новой волне, вечер памяти Андрея Дементьева, свободные птицы и пытался побороться за главный приз в каверне Агутина. А вот концерт «Весенняя гравитация» в Station Hall прошел без нее, всему виной оказался сорванный голос. В 2020 году девочке наконец удалось попасть в 7-й сезон детского голоса. Годом раньше Соня уже приходила на кастинг, но тогда этот процесс не пришелся ей по душе. Для слепых прослушиваний Софья выбрала композицию «Клоун» с шотландки Эмили Санде и развернула к себе басту уже на 30-й секунде, а Валерия Меладзе на 47-й. Исполнение «Клоуна», в котором ведущий Дмитрий Нагиев отметил наличие чувства вкуса и такта, получилось без преувеличения впечатляющим. Голос звучал гармонично и ровно. Ощущалось явное превосходство конкурсантки над соперниками, поэтому создавалось двоякое впечатление, что Полина Гагарина либо держала интригу по правилам рейтингового шоу, либо искренне наслаждалась, просто сидя спиной, но в итоге не выдержала и она. По окончанию номера за участницу из Москвы развернулась настоящая бойня. Василия Вакуленко обуревали такие несдерживаемые эмоции, что рэпер не стеснялся даже перебивать коллег, не давая им вставить слово. А когда восходящей звездочке пришло время выбирать, то она и вовсе разыграла драматическую миниатюру под мелодию песни о далекой родине из легендарных 17 мгновений весны. Однако зря артист так сильно переживал. Софья по велению сердца решила пойти именно в его команду. Софья смогла пройти до финала проекта, но победить, к сожалению, ей не удалось.